международного класса, чемпион России 2021 года, чемпион Европы 2021 года в Польше, двукратный бронзовый призер Европы, тренеры Анатолий Манулов, Виктор Алексеев, Аслан Касумов. Его соперник, представитель команды Крыма, Кабардино Балкарии, Анзор Закуев. Анзор Закуев, мастер спорта международного класса, победитель Кубка мира, тренеры Закуев, Греф, Муратов. Анзор Закуев, чемпион Кубка мира, чемпион Европы среди юниоров. На ковре В, весовой категории до 70 килограммов, полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Бурятия, 28-летний мастер спорта международного класса Евгений Шербаев. Евгений Шербаев, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в городе Осло, Норвегия. Тренеры Шербаев Иванов. Евгений Шербаев представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва Республики Бурятия. Его соперник в синем трико, 27-летний Анлак Сад. Представляет Красноярский край. Арбатсан, мастер спорта России. Участник чемпионата России. Тренер Дельгарон. Чистую техническую победу одержал мастер спорта международного класса Евгений Шербаев. Бурятия.